Всех приветствую, канале, с вами Аркадий, и сегодня я продолжаю играть игру под названием Дети Тихоградска. Так, у нас с вами проблема. Все, как сказать, события все ухудшаются и ухудшаются. На этот раз у нас пропал плотник. И из-за того, что плотник пропал, староста попросил. Это кто? Я забыл, это наш отец, да? Да нет, не наш отец. Ладно, короче, попросил этого человечка уничтожить все место плотника. Вот так вот. Сейчас нам нужно починить вот эту трубу и выпустить нашего кошака отсюда. Поэтому пойдем туда, будем искать вещички, которые нам понадобятся. Папа сказал, далеко не ходить, лучше послушаться его. Все рядом. А, давайте молоток. А сюда. Вообще нет, да? Пробка. Да подожди, слушай, я не могу заткнуть пробкой. А сейчас надо стоять в воду. Так. Нужен какой-то рычаг, да? Плохо, я не могу его повернуть. Угу. Короче, ищем. Там наш кошак. Это 100%. Что у нас тут? Ну да, колокольчик позвенел. Никогда не надоедает. Я согласен. Но нам нужно искать быстренько хоть что-нибудь. То есть здесь в окрестностях. Нет? Туда нельзя. Вообще нельзя, да? Мне студент очень не нравился. Но жаль, что его так вот бросили. Согласен, трубу бросили. Сжигает все. Нельзя войти, да? А, можно. Сегодня будет отличный вкусный завтрак. Хорошо, хорошо. Будем искать то, что нам понадобится. Может, подвать что-то есть? Опа. Это что? Еще одна пробка. А, нам нужно 3 пробки найти. Хорошо. Это осталось с тех времен, когда я училась забивать гвозди. Вбивать их ровно очень тяжело. Может, надо бы их как-нибудь вытащить? Молотком? Не, ну это точно не фигня. Рыба, это, ну понятное дело. Это сыр. Больше нам нечем тут заняться. Пробку мы нашли. Так. Часы. Если спросить Рыжика, сколько времени, он всегда отвечает столько же, сколько было вчера в это же время. Звучит странно, но он прав. Я с ним абсолютно согласен. Так, выходим, выходим, выходим. Он, может, у нас в комнате что-нибудь завалялось? Ну, а вдруг? Хотя... Я там все обыскал. Рогатка, окно, сундук, кровать. Ну, нормально, так, что у нас там? Отсюда можно увидеть лес, окружающий деревню. Ну, с этим я согласен. Пробку нельзя взять и тому подобное. Тупую пробку. Рогатку. Ладненько, пойдем, 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 пойдем. Ага. Опа, пробка, пробка. О, еще одна. А как же нам закрыть тут? О. Обычно бутылка масла. Бутылка масла. Я предпочитаю джем, но майонез тоже вкусный. Ладно, ладно, сейчас мы разберемся, кто чё у нас. Это различные инструменты для очага, громоздки такие. Ладно, мы что-то поискали, все пробки мы нашли. Но там нужно 3 пробки, 1, 2, 3, да. Так, масло для чего нужно? А. Может, для этого? А. Физической силой видеть было не сдвинуть, но сила моей логики справилась. Давай. Ага. Затыкаем. Первую пробку. Готово, тебе дыра отлично запечатана пробкой. Давай еще одну. Дырка закрыта. Спасибо, пробочка.
Да не за что тебе. Так. Папка немного меньше, чем дыра. Она не подходит. Что? Кукла. А здесь большая дыра. Большая, да? Уф, тут все так развалится. Мне нужно найти безопасный путь. Мне нужно найти другой путь. Какой другой путь-то? Это звучит странно, но как другой путь? Ну, через будку? Вряд ли. Это пустейшая будка. Согласен. Так, а может открыть слово, да? Ха. Ясно. Так. Кнопки по выскакиванию. Ясно, не стоит включать, да? Теперь нам нужно еще что-то сделать. Затыкаем. Нужно три пробки заткнуть. Тыка закрыта. Ага. Да блин. Мышка попадает постоянно. Ё-моё. Да, запечатано. Не-не-не, там же тоже выливается, не? А если включить этот кран? Ха. Ладненько. Нам нужно найти другой путь. Но также нужно еще избавиться от этого. Указы колодца на площади. Да, я помню. Молоток. А если... А... Бах! Вот это называется хорошая работа. Может еще бах? Не. Нужно еще и заткнуть вот так. Теперь идеально. Открываем. Опа! Ну что, Костик, уходи. Ну. А. Ой, это упал с кучи. Кусок ткани. Можно объединить. Ага. Чтобы сделать пробку больше. Ого. Завернутая в ткань пробка. Хорошо. Теперь можно ее поставить. Закрыто, вроде надежно. Ну а теперь еще заткнем. Не? Еще. Отличное попадание. Вода что, остановилась? Люси? О нет, это папа. А если он подумает, что это я затопил двор, у меня будут проблемы. Люси, ты где? А, привет, уже за работой? Мне нужно сначала найти Косика, а потом я подумаю, какое у тебя попадание. О, а это что за место? Костик, как ты туда забрался? Только не говори, что не можешь спуститься. А у тебя столько проблем, что может тебе лучше там и остаться. Шучу, шучу, я тебе помогу. Так, что у нас тут есть? Ага, ага, ага. А что у нас есть вообще? Кукла. Так. Я не могу туда залезть. Угу. Ага, что у нас тут есть? Ну ты темно, я ничего не вижу. Какая что надо? А, лестница, блин, я не заметил ее. Я не могу ее снять. Веревка кажется довольно толстая. Тут кто-нибудь живет? То он кажется необитаемый. А, молоток, разбить стекло. Не думаю, что кто-то будет против. Ага. Точно осколок стекла. Вот им тебя можно порезать. Думать логикой, блин, думать логикой. Да-да-да-да-да. Мне вообще-то стекло не селось. Ё-моё, давай-давай-давай.
лестница свободна. Ну что, спасем Костика? А вот и я, озорник ты наш. Если не будешь себя хорошо вести, как я тебя тут оставлю, понял? Сейчас что-то случится, да? Да ладно. Что? Нет. А, почему у меня вечно проблемы? Эх. Как же нам? Эй, хулиганы! Покажитесь, в опять у стекла собирались бить. Вот я вас поймаю. О, кто тут у нас? Годами никаких плодов, а тут сразу два спелых, аппетитных нарушителя. Слезайте с моего дерева. Это я тут застряла. Что? А, ясно, я поняла. Ну и ну. Вы не могли бы мне помочь? Ща. Ща, чуть-чуть. Ща, еще чуть-чуть. Я видел ее раньше, и она была куда медлительнее. Так. Бедная, бедная. Давай, засыдай. Ну вот, потихоньку, малышка. Лестница очень старая. Так, это он постоянно доставляет тебе проблемы, да? Я не знала, что здесь кто-то живет. Я думала... Да что ты, думала? Можно просто разбить мне окно и разрезать мою веревку? Так что ли? Вот только и хотя, что подшучивать на старушку и испугать ее дом, да? Я должна тебя доказать в назидание другим. Но окно уже было разбито, дом выглядел заброшенным. Для начала девушка не пристала играть с подобным инструментом, так что этот молоток я конфискую. А что делать? Вы потеряли молоток. А вы живете здесь? Именно так! Я затянула этот узел так туго, что больше не могла пользоваться лестницей. Но думаю, теперь это не проблема. Что ж, спасибо вам за помощь, но мне действительно уже пора. Куда ты так спешишь? Кстати, знаешь, твой кот приходил сюда и вчера. На земле я нашла вот это, должно быть, он принес. Это же твое, верно? А, это страничка из моего дневника. Да, это мое, но как? Тебе нужно следить лучше за своими вещами. Я видела, что одной ноты не хватает. Подумал, что могу сама добавить ее. Вы получили ноту. О, мы вернулись себе, да? Но я больше не пою. О, и почему? Тебе аж понравилось петь вместе с мамой. Да, но мне пришлось прекратить. Папа говорит, что если я продолжу петь, то тоже попаду в беду, как мама. А я не хочу, чтобы такое случилось со мной. А, я поняла. То есть твоя мама пропала, потому что любила петь? Я не знаю, просто думаю, что важно соблюдать правила. Вот и все. А есть какое-то правило, запрещающее петь? Нет, это не совсем правило, но я так думаю же. Во всяком случае, я о таком правиле не слыхала. Но все равно решила прекратить петь. Ну что ж, если ты считаешь, что так будет лучше всего, конечно, не пой. Никогда больше не пой. А то, что я тебе дала, бесполезно. Верни мне немедленно. Почему? Потому что эта вещь бесполезна. Я ее выброшу. Мне всякий мусор в саду не нужен. Нет, я... В смысле... Даже если она бесполезна, я хотел бы сохранить ее на память. Ладно. Она твоя. Можешь оставить себе. Бедные мои окна. Эти хулиганы хуже сорняков.
В следующий раз я призову лягушек на их головы, заставлю крыс напасть на них. Хи-хи-хи-хи. Нам лучше уйти, Косик. Пошли. А старушка за нами поглядывает. Так. Папа еще не вернулся? Я знаю, я сказал, что больше не буду петь, но мне этого очень не хватает. Воспоминания о маме. Надеюсь, мы сможем найти ее маму. Люси, где ты была? Я здесь. Я все время была здесь и... Ах да, я нашла Косика. Я по всей деревне тебя искал. Ты же мне не врешь? Нет, я обещал, что не буду далеко уходить. И не уходила. В саду очень шумно и такой беспорядок. Может, ты просто меня не увидел? Да уж, так и есть. Ладно. Знаешь, я слышал, остальные ребята собираются поиграть сегодня в прятки на площади. Можно мне тоже пойти? Не возражаю. Главное, что мне потом не пришлось тебя искать. Конечно, я обещаю. Хорошо. Ну давай теперь поедим. Ну? О! Все собрались? Нет, Люси еще нет. Давайте ее подождем. Чем больше народу, тем веселее. А вот и я. Вы обо мне говорили? Привет, Люси, ты пришла. Будешь играть с нами в прятки? Конечно. Кто будет владящим? В прошлый раз была очередь черныша, сегодня твоя. Черныш никогда не находят. Ладно, я согласна. Давайте договоримся об одном новом правиле. В колодце не прятаться. Да, Синька? Ты никогда не нашел бы меня, если бы я не чихнул. Я там столько часов посидел. Какой ты глупый. Мы по всей деревне бегали, кричали, искали тебя. Взрослые на нас ругались. А ты там чуть ли не всю ночь подвращал. Так что ни в каких дурацких местах не прятаться, лады? Ладно, ну все же, давайте начинать. Люси, закрой глаза и начинай считать. Один. Два. Прячемся, ребята. Тс. Ага. Так, все спрятались? Где же мне начать поиски? Уж, я не знаю, придется почесать деревню, чтобы их найти. Да ладно, кого-то, Люси, ты не видишь, вот этот... Блестик, я тебя вижу. Это было легко. Ох. Я думал, что ты не будешь смотреть возле колодца. Ведь Черныш сказал. Но ты же не внутри колодца. А-а-а. Я не так понял. Давай, иди ищи остальных. Я подожду здесь. Иду. Так. Хорошо, сейчас посмотрим там. Может, здесь? А это что за наклейка? Здесь записка. Какая чепуха, я не буду прятаться дважды в одном месте. Ха-ха, очень смешно. Мы получили наклейку. Так, здесь только коробки и всякая фигня. Ладно. Так, там нельзя поглядеть. Посмотрим. Это, кажется, про этого. Про Синьку. Вот он тоже прятался. Так. Ну я никого не вижу. Вообще. Ладно, здесь никого нет. Одного нашли. Туды. Так, кролики кроликами. Так. Чё там? А? Почитайте рывку. Ой. Ха-ха-ха. Ты боишься пауков? Что? Нет, не боюсь. Я больше боюсь получить тазом по голове. А что ты только думал? Так они тебя не пугают. А с чернышом блестиком это сработало.
Надо было попробовать тараканов. Рыжик, мы играем в прятки. Я нашла тебя, теперь иди на площадь. Так точно! Ха-ха-ха! Весельчак. Он в своем стиле. Опа. Возьмем. Он сайт розыгрыша, а потом оставляет все валяться, где попало. Очень поддельные пауки. Может пригодится. Курочки курочками, но мы нашли. Че, а сколько скажут? Вернулись к прежней жизни, да? После прогулочки небольшой. Ладно, там поискали. Тут у нас ничего. Здесь у речки. Посмотрим там. Но там же кто-то должен быть. Да где... О, а нет. Тетя Оливия. О, здесь что-то есть? И я просто об этом не знал. Ладно. Добрый день. О, привет, Люси. Гуляешь? Я ищу своих друзей. Мы играем в прятки. Молодцы, молодцы. Развлекайтесь. Главное, не шумите слишком сильно. Вы не видели кого-нибудь тут? Нет, Люси. Не думаю, что кто-то из твоих друзей здесь. Ясно. Ну, веселитесь. Спасибо. Ту-ту-ту-ту-ту. Ага. Ну, вряд ли да. Они далеко убежали. Нам нужно найти еще троих. Просто нас шестеро. Двоих мы нашли. Мы ведущий. А, опа. Я тебя нашла. Но ты же не прятала скалка. Прости, я задумалась. Я смотрела на... О, кто еще? Кто это еще попал? Ты его знала? Нет. Угу. Просто понимаешь, я часто думаю. А только это придет мое время. Но почему? Нет никаких оснований так думать. Что... Даже если нет, я все равно не понимаю, чего такого в этой деревне. Я лучше бы сама в лес ушла, чем чтобы плакаты с моим лицом тут повсюду висели. Ты все еще хочешь играть? Ага. Ты уже нашла Черныша? Он уже на площади ждет тебя. Ясно. Ладно, увидимся там. Ну, хорошо. Пацан, на трубу нельзя поглядеть, да? Ладно. Ну, а вдруг? Красота. Ладно, нам осталось найти двоих. Где же они прячутся? Ну, осталось два места. Стоп. Ну, пекарня не работает, 100%. Сейчас, наверное, и пекарский дом уничтожат. Ладно, пойдем туда. О, старик тут. Опа. Опа, опа, опа. О, я так целый день тут провожусь. Простите. А, Люси, оставь меня в покое, не приходи к мастерской. Будешь же дальше мне мешать, я тут никогда не закончу. И мне в твою папу позвать. Нет, я поняла. Надо как-то чем-то отличить. Есть смотрите, да. Его жалко, что выбросили. А? То есть нельзя обойти, да? Блин. Надо чем-то отличить. Так, что у нас тут есть? Не? Нельзя ничего сделать, да? Хорошо. Надо как-то его отличить. Так, что у нас тут есть? Опа, инструменты валяются всякие. Повсюду мусор. Что ж, по крайней мере, теперь взрослые знают, что они должны тут прибраться. Сань, все в порядке. Ты поиграй. Это будет девочка. Да-да-да. Туда нельзя. Вот это нет. Надолго... Недолго длилась радость. Чё, суд? Все высохло. Ослепительный, но краткий момент славы. Весело. Ладно, мы знаем, что он там. И нам нужно его как-то отличить. Ладно. Опа. Ага, я вижу.
Я тебя вижу, солнышко, вылезай оттуда. Солнышко? Она меня оттуда не слышит. Почему она закрыла уши? А. Ага. Рычащие звуки, которые мы слышим по ночам, они идут оттуда. Ага. Нельзя, да? Да. Когда я смотрю в лес, я всегда чувствую что-то странное, и оно меня ужасно пугает. Ладно. А как она туда зашла? Солнышко кажется очень напуганной. Я даже не могу поднять голос, чтобы ее позвать. Угу. А что у нас есть? Ну, чтобы ее напугать. Что-нибудь есть? Осколок стекла, кукла. Не? Так. Ну, тоже можно пугать. Ха-ха-ха. Так. У нас есть двое, которые запрятались. Ну, по сути, мы их нашли. Но нам что-то нужно сделать. А? Не, да? Что-то нужно сделать, да? А, можно зайти, да? Офигенно. Значит, что можно взять. А? Это посека Костик, он спит где угодно, только не в ней. Ха-ха-ха. Костик, 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 что у нас тут? Да-да-да, что лежал, то попало. Что осталось там? Опа. Ничего, да? Ничего нового, да? Может, рогатку взять? Так, косик. Ага. Ничего нельзя взять, да? М-да. Так, что у нас тут? Цветок завял, папа его выбросил. Да-да, недолго послужил мне. Как бы я не хотел слышать шума леса. Ага, что у нас там, ничего нельзя выглядеть? Да. Так, что у нас тут? Правда, комната заперта. Да. Опа, а, у нас же есть теперь... Мы можем петь, мы можем петь, мы можем веселиться. Ничего интересного нет. Так. Опа. Я забыл про это вообще. Так. Путь туда. Тоже повернуть. Да, повернуть всего лишь две. А, сразу несколько. Так. Мы можем повернуть только туда, отсюда. Сюда. Отсюда, снизу. Здесь нормально, снизу. Снизу, вот отсюда. Снизу до сюда. Ну, отсюда до сюда. Снизу отсюда. И отсюда до сюда. Так. Ага. Так, это подходит, дорожка. Получается, они поворачиваются только в ту сторону. Тун, тун, тун. Против часовой стрелки.
нужно, чтобы вернулась только одна. И? Да. Это уже путь есть. Здесь нужно, чтобы вернулась только одна. Ага. А как мы это повернем? А, ну это... Ага. Мы уже повернули так. Но у нас осталась только одна. А, все понял. Нужно повернуть именно против часовой, да? Раз, два, три. Два, три. Раз, два, три. Да! Хе. Весь путь собран. Ну уже. И что же у нас? А, это плотник. Он делал эту трубу своими руками. Ага. А, постойте, это же тот инструмент, который я у него заказывал. Кажется, он не закончен. Эх, Уилл, не тот ты был человек, который бросил бы дело на полпути без должной причины. Боюсь, однако, ты получил по заслугам. Ладно, думать об этом не имеет смысла. Что прошло, то ушло. Если инструмент здесь останется, он просто пропадет. Лучше забрать его домой. Ха! 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 Ну шо, будь свободен. Ха-ха-ха-ха! Уходи! Я нашла тебя. Ха. Нет, так нечестно. Что? Почему? Я тебя видел, понятно? Ты каким-то образом заставил отца Рыжика уйти. И что? Нельзя перемещать предметы за жульничество. Ты должна найти меня, а не разрушать место, где я прячусь. У человека не предмет, разумеется. Это правило неприемлемо к людям. Ща когда в глаз? Я собираюсь снова спрятаться. Закрой глаза или... Честное слово, я тебя ударю. Какой же он дурак. Какой он гиперчувствительный. Согласен. Согласен. Ладно. Что, если столько он может делать? Нет, нет. Ну, споем. Они с друзьями выходят из ворот с колоколом. Ворота пустые. Их провожает какая тетенька, наверное, учитель. Здравствуйте. Какой дурацкий трюк. Девочка, тебе бы лучше держаться подальше от этого места. Она уже учинила тут достаточно разрушений, как только ей представился шанс. Про кого он тут говорит? Про ту безумную старушку? Ладненько. Сейчас спасем мы Люси. Нет. Ну. Так, ворота в лес. Да, шить. Сейчас будем шить, шить, шить. Так. Нужно прошить все пуговицы. Получится или получится? Нет, не получится. А если так и нет? Хоп, 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 хоп. Нет, 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 нет. Ну, пожалуйста. Ё-моё. А если так? А
А я здесь не прошью. Ага. А, все. Прошито. Прошито. Ее напугал монстр. Люси. То есть солнышко. Так, история продолжается. Ворота. Монстр вылезает из леса. Мне кажется, я что-то слышала. Солнышко, это я. О, Люси, какое облегчение. Что случилось? Ты выглядишь испуганной. Мне кажется, я видел что-то между деревьями за воротами. Да, ты уверена? Я вижу только нас и больше никого. Прости меня. Хочешь, чтобы я посмотрела? Скажи мне, что ты увидишь. Но не подходи слишком близко к воротам. Ладно, подожди здесь. Хорошо, все будет в порядке. Сейчас же разгар дня. Угу. Туч-туч-туч-туч-туч-туч-туч-туч-туч. Здесь ничего нет. К счастью. Так. Давай-давай. Хорошие новости, я ничего не увидела. Правда? Прости, Люси, может быть, мне просто привиделось. Ну, эта дорога немного пугает. Давай в следующий раз поиграем где-нибудь в другом месте. А ты вылезай давай. Да уж, это были те еще веселые прятки. Прости, я просто сидела и пряталась там, пока ты... Ты, наверное, думаешь, что я веду себя очень по-детски. Что? Нет, я пошутила. Из нас двоих ты определенно более взрослая. Ты всегда даешь нам советы, как правильно поступить. Иногда даже рыжик к тебе прислушивается. А это, знаешь, небольшое достижение. Да, но я не думаю, что делаю это потому, что взрослая. Я просто боюсь последствий, неправильных поступков. Каждую ночь я ложусь спать в страхе, что это рычание я слышу в своем окне, и меня заберут. Солнышко, послушай. Ну, если у него будет защитник, это будет хорошо. А это, наверное, уже все взрослые сказали. Я спутил защитник. Если ты почувствуешь, что тебе грозит опасность, приходи ко мне, я тебя защищу. Как ты это сделаешь? Взрослые, чудовища, они все страшные. Я придумаю как. Может быть, спрячемся вместе у меня дома. Или уйдем куда-нибудь. Ты никогда не будешь одна. С твоей мудростью и моей сообразительностью мы всегда что-нибудь придумаем. Спасибо тебе, Люси. Кажется, мне уже стало полегче. Как насчет вернуться к остальным? В конце концов, я нашла тебя. Хе-хе-хе. Да, ты права. Увидимся на площади. Ладненько. Осталось только этого дебилоида найти. Сейчас, ребятки, сейчас, подождите. Этот дебилоид куда-то спрятался. Да, думаешь, я дважды в одном месте и загляну? Как он там? Он черный. Он черный, как черныш. Думаешь, я не загляну сюда, да? Да, тебя тут нет. Ладно, пошлите сейчас виноградушку посмотрим. Ладно, сейчас закончим прятки и закончим серию. Ну где ты, придурок? Да, потяну сейчас. Рыжик и его ловушки. А. Нет, здесь его тоже нет. Кролики, все такое. Ладно. Там его нет. Стоп, ну здесь вообще ворота в амбар. Я вообще не понимаю эту карту. Так, здесь его нет. Ага. Думаешь, там не спря... Думаешь, если там спрячешься, я туда не пойду? Если там никого нету, да? Ха. Ха, нет, ты гораздо сообразительнее, блин. Ё-моё, искать тебя по всему городку, это вообще жопа. Ладно, пойдем туда. Ну? Да где ты, ё-моё? Не, ну это уже не шутки. Мы садились в маршрутке, блин. А давайте поглянем. Можно нарушу правила. Тут очень глубоко, да? Да, не видно. Ну а вдруг?
Так, где же он мог спрятаться-то? Ха? Опустевшая будка, да-да-да-да. Ай, блин! Черныш? Тьфу! Ты опять же ничего. Это же просто смешно. Да ты задолбал! Ну, блин. И что сделать? А. Ха? Поставил? Положи это здесь. Пусть она обосрется. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха. Ну, блин, прятаться! А-а-а! А вот и ты. Я тебя... Я бы сказала, на сей раз я тебя нашла. Фу, какая гадость! Люси, это ты сделала? О чем ты говоришь? Что-то произошло. Ты точно тут рыжик виноват. Я ему покажу. Ох, надеюсь, до драки дело не дойдет. Ладно, будет там драка или нет, мы узнаем в следующей серии. С вами был Аркадий. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. До скорой встречи.